сложный матч предстоит нам лицезреть, ведь Альба Бланш пришла в Кубке КВ после группового этапа Лиги Чемпионов, а Скандич из 10 проведенных матчей потерпела только одно поражение. И сейчас мы видим, как Скандич гости уже начинают выходить на площадку. В замену доигровщицы вышла Йована Чиркович. Отведенный прием от сетки. Виктория Руссу не смогла снова забить до пол. Но вот только сейчас, после четырех розыгрышей, после тайм-аута, удалось сняться наконец-то Альба Блаш. На радость болельщикам, которые здесь присутствуют. Видите, полностью забиты трибуны. Яо Ди, опытная связующая, 30 лет. Китаянке. Есть укороченная подача, но есть и прием. И тут решила пробить. Даже такая грубая скидка была, потому что одной рукой резко хотела перенаправить этот мяч. Но двойной блок Скандичи не позволил это делать. 25-12. Думаю, игроков помогает им выстроить вот это командное взаимодействие, потому что не так просто попасть в темп. Чутин тащит задней линии, а здесь чуть не потеряли этот мяч. Вроде бы разобрались. Снова Вашингтон сама играет в защите. Без либера сейчас Скандичи. И Виктория Руссу. Вход, но там ждет ее Чутин. И сейчас опять смягчение есть на блоке. Подключение задней линии. Чутин вместе с Яо Ди. Какой потрясающий розыгрыш. Ничего не падает. И снова есть... А что случилось? И снова есть защита, но судья на вышке свистит, что была ошибка. Осталось разобраться, в чем именно. Касание сетки. Мы видим, что касание сетки было волосами. В волейболе есть такая особенность, что касание сетки считается только если это не было волосами. Остается на усмотрение судьи. Как раз этот момент сейчас и обсуждают, что это была коса Елены Петрини. Показывает, что именно спорный мяч сейчас должны дать. Да, и такое тоже бывает. Касание сетки было, но поскольку это именно хвостом, Белин будет мяч в игру без либера. И сама Чутин сместилась ближе к третьей зоне. Даже можно было сказать, что она собирается крыть ход, но она подключилась именно к тому месту, где должна была быть Хелли Вашингтон. Здесь переходящий и страхует. Этот мяч не падает. Снова было касание пола. С нашей картинки показалось, что мяч падает чисто. Расстроилась Андрея Испас. И казалось... Сетбол во второй партии для Скандичи. Есть кит. На этот раз всей команды пошли страховать этот мяч. И Чутин 4 по 4, но страхует. Андрей Елена Кожакарова. 25-19. Бились девушки из Альба Блаш до последнего в этом розыгрыше. Смотрим, в каких же стартовых составах вернулись на площадку. Были произведены замены. И вон Бельен на месте. Скандичи без замен. Чутин спасает вторым касанием. И Виктория Руссо ответила тем приемом, который сделала концовка Екатерина Антропова. По линии прошила этот мяч. И новый сценарий в этом сете. Альба Бланш впервые с начала матча открывает счет. И снова выстреливает Чутин в приеме. Сама же Димитрова спасает этот мяч.
И ногами уже Джутин пыталась спасти. Пролетел мяч между рук Изабеллы Ди Юлио. Там стояла Джутин. Просит Джутин успокоиться своих напарниц по команде. Успокаивает, говорит, все хорошо. А для тех многочисленных зрителей, которые пришли посмотреть своими глазами на игру хозяек, важно сняться. Снова отведенный от сетки прием, отодвинутый. Руссо скидывает. Видит это Антропова. Обменялись любезностями диагональными. В котел, но Димитрова берет и снова укорачивает нападение. Миркович страхует. И Димитрова, но есть двойной блок. Вашингтон останавливает. Не успевает она вернуться. И что сейчас? Было ли касание блока? Да, трюк блокирующий Скандичи. Мяч уходит в аут. Возвращаются хозяйки в игру. 21-25. После проигранных первых двух партий со счетом 12-25-19-25. Вернулась Антропова, Иван Бельен. Все с основным составом. Никаких замен не было произведено. И есть защита. И в котел на этот раз отправляет Джутина этот мяч. Тащит Джутина сегодня свою команду. Не так часто мы ее видим. Еще много возможностей отыграться. Без права на ошибку остаются хозяйки. Ну и сейчас работает подача. Отодвинутый прием от сетки. И здесь поле или аут? Поле показывает Теодора Криополу. А это значит 25-18. С таким счетом заканчивается четвертый сет. Смотрим повтор. И да, пролетает между Испас и Димитровой этот мяч. 3-1. Вот такой расклад первой финальной встречи Кубка ЕКВ среди женских команд. Альба Блаш уступает на своей домашней площадке Савина Дальбене Скандичи. Не видели мы сегодня Яну Щербань на площадке, но игра была такая напряженная. Смотрим на нее только на финальном построении. Через неделю уже ответная игра во Флоренции, где на этот раз Скандичи будут принимать Альба Блаш, и им необходимо выигрывать. Двумя сетами точно, думаю, перед родными трибунами все не ограничится. Несмотря на поражение, продолжают болельщики поддерживать свою команду. А я на этом с вами прощаюсь. С вами была Маша Федосова. Услышимся!